Добрый день! Меня зовут Носов Игорь, я представитель компании «Сингента». Сегодня мы находимся в Ставропольском крае, на Александровском районе, в хозяйстве СХАО «Радуга», в гостях у главного агронома Сидорова Василия Евгеньевича. Василий Евгеньевич, расскажите, пожалуйста, как прошел полевой сезон? Все ли поставленные цели достигнуты? Сезон прошел, как сказать, хотелось бы и лучшего. Свои корректиры несли, как говорится, погодные условия. Поэтому показатели немножко в этом году пониже прошлогодних. Как говорится, цели, которые были поставлены, думаю, достигнуты. Скажите, пожалуйста, какие культуры присутствуют в вашем севобороте? Первое – это пшеница озимая, ячмень, кукуруза, сахарная свекла, горох, подсолнечник. Посевная в самом разгаре. Сколько гектар озимой пшеницы планируете сеять в этом году? Уже посеяли 880 гектар пшеницы, 200 гектар озимого ячменя. И также одновременно, само собой, подготавливаем почву, одновременно сеем, прикатываем. В этом году, конечно, упор на прикатывание, что прикатывание должно быть полностью 100%. По каким предшественникам вы сеете и как проходит подготовка почвы? По предшественникам мы сеем то, что сеем культуры в хозяйстве. Это по гороху, по подсолнечнику, по сахарной свекле, по кукурузе и также пшеницы по пшенице, полупар. Подготовку почвы начинаем сразу после уборки предшественника. То есть убрали пшеницу, сразу заходят дисковые бороны и начинаем готовить землю. Отлично, спасибо. А еще такой вопрос. Какие сорта озимой пшеницы вы выращиваете? Около 10 сортов озимой пшеницы. Это краснодарской селекции семена. Агрофак, Мане, Таня, Школа, Юка, Тимирязевка 150, Безостая 100. Какие факторы вы учитываете при подборе нормы высева? Норма высева – это первым делом, само собой, это характеристики, особенности сорта. Соответственно, делаем анализ. Это масса 1000 семян, схожесть, энергия, все это учитываем. Соответственно, само собой, по предшественнику. Какой продукт для защиты семян вы применяете в этом году? Залог высокого урожая – это первым делом это протравливание семян. Используем препарат компании «Сингента» «Вайброс Интеграл». В этом году мы 100% посевного материала протравливаем именно этим препаратом. Что для вас стало ключевым фактором при выборе такого продукта для защиты семян, как «Вайброс Интеграл»? Это четырехкомпонентный препарат. Уже мы не первый год его используем. Хорошо себе зарекомендовал, показал. Это так же, как кроме фунгицидных составляющих, там есть инсектицидные. Я считаю, что на 100% площади, так как если осень сухая, теплая осень, начинает злаковая муха у нас вредить. Поэтому используем этот препарат. Какие задачи, по вашему мнению, выполняет Vibrance Integral? Препарат очень хороший, понравился нам. Я же говорю, уже не первый год его используем. И самое главное, что очень хорошо справляется со всеми этими патогенами, со всеми заболеваниями. С чего для вас начинается фундамент для будущего урожая? Первым делом, как говорится, мелочей в нашем деле не бывает. Это подготовка почвы и, само собой, подготовка посевного материала, протравливание семян, качество посевного материала и подготовка почвы. Я считаю, это самое главное. Василий Евгеньевич, спасибо большое, что уделили нам время, поделились своим опытом применения продукта для защиты семян Vibrance Integral. Хорошей вам посевной и высоких урожаев.